Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и сегодня мы поговорим о самой бесполезной консоли в России на сегодняшний день. Усаживайтесь поудобнее, обязательно ставьте лайкусик на видос и подписывайся на канал. Также не забывайте забирать подписочку ОКО на 35 дней за 1 рубль по моему промокоду, с помощью которого ты сможешь посмотреть множество фильмов, сериалов, и сделать это ты сможешь на своем смарт-ТВ, смартфоне, PlayStation или даже на своем Xbox. В общем, ссылочку оставлю в комментариях, поэтому поторопись, ибо промокод действует до 31 марта. Напомню, что с недавних времен многие компании наложили те или иные санкции на территорию РФ. Кто-то приостановил продажу, даже кто-то и вовсе типа ушел, но так или иначе, каждый попытался проявить негативное внимание к нашему региону. К сожалению, игровая сфера, которая казалось бы очень далека от политики, тоже попала под влияние всего этого, и наши игроки, все без исключения, будь это игроки PlayStation, Nintendo, Xbox и даже ПК-игроки, почувствовали то самое негативное внимание. Но сегодня речь пойдет не совсем о глобальной теме, а если быть конкретно, о самой бесполезной консоли. Знаете, в году 2014, если бы я сделал бы такой видос, то с вероятностью 99,9% меня бы обосрали в комментах и написали бы, что самая бесполезная консоль это все-таки Xbox One. Ибо это, по их мнению, бесконечная TV, которая так и никому, кстати, не помешала играть в кучу классных игр. Ведь это 720p, ведь это сливы эксклюзивов, которые оказываются всего лишь возможностью поиграть большему количеству ребят в те или иные проекты. Также бы сюда 100% приписали бы ужасный дизайн консоли, а также супер-мега-вес, который, по мнению многих, был просто катастрофически важным. Ты там тянешь или как? В одной команде. Ты хоть сделай вид. Ну? Ну, вперед. Ну а еще внешний блок питания, который никто не догадался просто положить забыть. В общем, да, на тот момент в головах у многих по-любому бесполезной консолью в угоду мема того года стал бы Xbox One. Сейчас на самом деле проблемы, я бы сказал, поглобальнее, и несмотря на все минусы и плюсы всех консолей в общем, самой бесполезной консолью можно назвать PlayStation 5 Digital Edition. Если что, я, кстати, трактую это без какой-либо злорадства, поскольку мой братан также обладатель данной версии консоли, и пока его плойка вообще стоит у меня. Она, кстати, с окончанием прохождения Сифу, ну, тупо пылиться. Нет, конечно, PlayStation 5 с дисководом это, по сути, та же консоль, что и без него, и там все те же однотипные проблемы, но на ней хотя бы можно купить игры на дисках практически без проблем. Хотя, ну, это же PlayStation, поэтому тут по-любому есть проблемы. Дело в том, что если вы сейчас купите игру для PlayStation 4 и захотите обновить эту версию для PlayStation 5, это также вам будет недоступно в нашем регионе. Ибо PlayStation это консоль под слоганом «Игра без границ», и в этом случае почему-то нас за границей все-таки пульнули. Кстати, у того же Xbox это делается без каких-либо проблем при помощи Smart Delivery. Какую бы ты игру не вставил бы, не скачал, система без проблем скачает вам актуальную версию именно под вашу консоль и без каких-либо ограничений и привязок по регионам. Почему я считаю, что PlayStation 5 Digital Edition на данный момент просто бесполезная консоль? Ответ здесь очень прост. На эту консоль меньше всего способов купить игры. Да, если говорить про официальные способы, их нет вообще. На данной консоли остались лишь костыли. Костыли, и я бы сказал, дорогие костыли. На том же Xbox, если провести прямое сравнение, тоже по сути нельзя приобрести игры официально через Store, но там на помощь приходят посредники, которые без проблем приобретут вам любую игру для Xbox One и Xbox Series, и еще самое главное, дешевле, чем в Store. Кстати, по покупке игр и подписок для Xbox советую обращаться к пацанам из X-Games. Это реально проверенные ребята, которые помогут вам в покупке. Единственное, они иногда долго отвечают из-за загруженности, но им можно доверять, они не раз спасали меня, моих знакомых, друзей, и если что, ссылку на них я оставлю в описании. Если же чуть раньше ребята на плойке все-таки нашли пару способов приобретения игр через карты оплаты, которые продавались в официальных магазинах, которые пополняли ваш личный баланс аккаунта, с помощью которых и можно было купить те или иные проекты без ограничений, то сейчас этот баланс у многих попросту заморожен, и им никак не воспользоваться. Круто, да? Также тем, кто предзаказал какую-либо игру заранее, Sony отменяет предзаказ и возвращает деньги, что также не очень здорово. И мне на самом деле это непонятно, ведь ты по сути успел предзаказать игру, ведь ты по сути
успел ее купить. Что касаемо бесплатных игр, которые вы не успели по какой-то причине забрать или попробовать, их тоже просто так нельзя скачать, ибо стор в нашем регионе просто отрублен. У ребят, в принципе, оставался шанс на то, что в это нелегкое время забирать можно будет подборку игр по PlayStation Plus, в которой, кстати, достаточно часто завозят годные проекты в отличие от Xbox Live, но Sony и тут решили насолить всем игрокам из РФ и также отключили эту возможность. Знаете, за это обиднее всего, поскольку, несмотря на то, что простой русский игрок ко всему этому не имеет никакого отношения, поддерживал компанию, покупал игры, продлил себе подписку на годы вперед, Sony просто взяли и ограничили возможность забирать то, за что он, по сути, заплатил. Единственное, что можно делать на консоли PlayStation 5 без ограничений, это скачивать игры, которые вы уже приобрели или забрали, и играть в онлайн. Все. То есть, если вы купите в данный момент плойку пятую и купите ее, скорее всего, где-то за 1080, а то и больше, то вы по большей части покупаете бесполезный набор пластика, создатели которого вас просто не уважают как обычных игроков. И поэтому приобретать плойку пятую вам крайне не советую в данный период. И скажу вам больше, я бы не советовал поддерживать бы данную консоль в ближайшее время вообще ничем. Поскольку Sony в этом случае реально наплевательски отнеслась к своим пользователям, фанатам, потребителям и просто к простым игрокам, которые любили их за то, что они делали. Я сейчас не хейчу их за то, что они убрали возможность приобретать новые игры, поскольку это коснулось большинства онлайн-магазинов. Сейчас претензия именно в том, что она ограничила возможность активировать уже купленные коды. Кстати, они заблочили даже активацию их при помощи окна, именно PlayStation Vita. По сути, не дают пользоваться балансом и ограничили возможность брать игры по PlayStation Plus, которые, по сути, вы оплатили на год вперед. Да, решение в покупке игр, по сути, есть, но сразу говорю, оно геморройное, и заключается оно в создании левого аккаунта, привязанного к другому региону, ну а также приобретение игр на этот регион в совершенно другой валюте. И как вы понимаете, по курсу для обладателей Sony будет это не очень приятно. Ибо новиночка обычного издания будет стоить около 8000 рублей. Здорово, не правда ли? Но это все не решает самую главную и обидную проблему, оплаченный PlayStation Plus на годы вперед. С помощью которого вы должны были, в принципе, брать игры по PlayStation Plus, но не сможете, и деньги за этот PlayStation Plus вам вряд ли вернут. Нет, конечно, спасибо им за то, что они все-таки оставили возможность играть в онлайн, но сами понимаете, что PlayStation Plus подборочка, она все-таки была очень годной. Чтобы не быть голословным и не обвинять супер-мега-консоли с супер-мега-SSD-шником и понимать всю разницу с тем же Xbox, то на консоли от Microsoft вы без проблем сможете по сей день забирать бесплатные игры. Вы без проблем сможете активировать коды, не переключая регион. Вы без проблем можете качать все игры с подписки Xbox Game Pass, брать игры по голду и продлевать себе Ultimate и так далее. И знаете, несмотря на то, что как бы в нашем регионе не хейтили Xbox, сейчас, да и в последнее время вообще, это реально лучшая консоль для того, чтобы скрасить свой досуг, и даже в такое время вы практически без ограничений можете пользоваться и наслаждаться теми или иными проектами, не чувствуя себя каким-то ограниченным. Просто Sony в этом плане, ну, на мой взгляд, повела себя слишком жестко, я бы сказал бы, наплевательски к своим пользователям, которые просто любят играть в их игры. Поэтому обладателям плойки, и особенно тем, кто пытался на скорую руку пополнить себе баланс или же продлить себе PlayStation Plus на долгое время вперед, чтобы не остаться вообще без игр в этот период, можно лишь посочувствовать и пригласить в гости, чтобы играть в какие-нибудь новиночки. Поэтому такая вот ситуация, друзья. Если понравился ролик, ставь лайк, подписывайся на канал и пиши, что думаешь по этому поводу. До новых встреч!